А там один из математиков в Нью-Йорке. Я просто за такую возможность согласился. И вообще мне было интересно. Я понял, что в этом фильме много путешествий. И я поэтому абсолютно корыстно на это пошел, чтобы увидеть Нью-Йорк. Не математики, а просто Нью-Йорк. Когда вы снимали этих людей, все-таки Екатерина решила, у нее была какая-то определенная задача. Вот вы как-то вовлекались в то, что они говорят, или они так и остались для вас странными какими-то неземными существами, которые что-то непонятное делают? Я совершенно не понимал, о чем они говорят, потому что, во-первых, я плохо говорю на иностранных языках, во-вторых, у меня было 3 с минусом по математике. Это было абсолютно бессмысленный я был фиксатор, но если человек пассионарен, то что бы он ни делал, на каком языке бы он ни говорил, ты понимаешь его энергию или понимаешь его удельный вес и какую-то его... что он из себя представляет. То есть интересный человек, он может говорить на другом языке, может быть непонятен, и тем не менее, если он вот сильный и большой человек, то это все равно считывается, это все равно интересно. Но тут надо учитывать тот фактор важнейший, определяющий все, что все время же была рядом Катя, поэтому, собственно, не быть вовлеченным невозможно. Она очень вовлекает в процесс, и она очень горела этим фильмом. И горит до сих пор, и прокатом теперь уже. И быть не погруженным и как-то отстраненно просто снимать, потому что такая работа, это совершенно невозможно и, в общем-то, недопустимо теоретически, а здесь просто невозможно. Да. А вот как вам показалось, они же все разные, особенно тот самый первый персонаж французский, он такой очень сам большой актер внутри, или нет? Насколько они открыты и вообще доверяли камере и вам, включая режиссера, всей вашей команды? На мой взгляд, наиболее закрытый и был русский представитель. И я думаю, что просто это такой психотип у человека, Фоменко. Наиболее открытый, наиболее артистичный и яркий это был конечно, Вилани. На самом деле мне показалось, что все эти люди охотно говорят об этом и о себе, потому что просто это математическое измерение, которым они обладают, а я например, не понимаю, что это такое, но я понимаю, что это еще одна степень свободы у этих людей. Они больше очень много времени, возможно, некоторые из них большую часть своей жизни проводят в совершенно другом мире. И поэтому для них, как мне кажется,
имея вот этот второй мир, они гораздо легче в этом мире могут себя вести. Ну, на самом деле, это натяжка, конечно, то, что я сейчас сказал, потому что ну, я сам не очень верю в то, что я сейчас сказал, но это как бы такая просто формула, которая пришла в голову, она неверна по большому счету, но верно то, что наблюдение, вот, которое много раз я убеждался в том, что эти люди, разговаривая с тобой, они в какой-то момент просто уходят в другую комнату, в математику, и они просто становятся аутистами, они уже забывают обо всем, и как бы продолжая как-то социально коммуницировать, все равно у них тоже так становится вторым бэкграундом. Как сейчас радио звучало, вот оно что-то говорит, это вот мир реальный. А мир математики, это вот... То есть они вот все время переключаются, это было интересно наблюдать. Но я, по-моему, на тот вопрос отвечаю, я вообще много говорю. Что... А можно я добавлю? Я просто хотела... Вот мое ощущение от математиков, собственно, главных героев фильма Кати и Павла, то, что это... Они дети какие-то, они совершенно непосредственные люди, которые смотрят на мир, воспринимают мир совершенно с другого угла, нежели мы. И у них совершенно непосредственный взгляд, они все оценивают по-другому. Возможно, потому что, конечно, большую часть времени они проводят в несколько измерений, в отличие от нас. Но они совершенно восхищают какой-то своей детской непосредственностью, какая-то радость, которую они излучают. Вот это вот удивительная вещь, по-моему, которая, ну, по крайней мере, всем нашим героям. Можно вопрос к Екатерине? Да. Хорошо. Я просто хочу добавить к теме, которую мы сейчас затронули. Мне кажется, как продолжение этой темы, хочу сказать, что сейчас мы делаем, я сейчас занимаюсь не своим делом. Я сейчас как будто говорю о своем фильме. Это не моя профессия. Точно так же я обнаружила, что когда я с математикой пытаюсь говорить о математике, как там, об истории математики, о философии, это не так интересно, как то, когда вот то, что говорил Павел, когда они начинают именно быть внутри. Это ужасно интимная вещь, когда мы находимся свидетелями того, как они действительно думают. Но она очень опасная, потому что наше дело было сделать это съедобным. Благодаря камере Павла мы пытались хотя бы не пугать людей этими терминами. Но мне, например, самой безумно интересно было смотреть на материал фильма, когда о своей математике говорят они, и просто за этим наблюдать безумно интересно. Меня это завораживает. Но это очень тонкая грань. С одной стороны, не попасть в ту сторону, чтобы нас это пугали, эти термины, а с другой стороны, чтобы им тоже, чтобы они не начинали нам объяснять, потому что фильм не дидактический, мы ничего не объясняем. Когда вы спрашиваете, понимаете ли вы, о чем они говорят, я думаю, что и многие математики очень точный язык, обратная сторона этой точности, очень даже часто математики друг друга не понимают из других областей. И не было цели в фильме объяснить что-то, а больше... может быть, попытка почувствовать или посмотреть на это. Как-то так сумбурно говорю. Как долго вызревала мысль вот соединить ваше университетское математическое образование, да, и образование как режиссера, то есть снять фильм о математике? И как вы подбирали героев? Сложно ли было найти тех людей, которых вы нам сегодня представили? Хорошо. Спасибо за вопрос. Я, конечно, я искала повода показать этих людей, потому что я сама выросла в этом мире, я мехматом выучилась в физмат-школе, я выросла среди математиков, я их очень люблю, у меня такое чувство, знаете, ощущение, как от детства, когда какие-то, даже трудно сформулируемые какие-то ощущения о том, что это безумно страстный мир, и там очень много всего происходит, но это никак, мы это все не видим, потому что это terra incognita, математический мир, они не стремятся к публичности, действительно, в силу специфики, часто люди аутичные, ну вот, и непонятно, что происходит. Но тем не менее, я чувствовала, я знаю, что происходит много безумно страстных людей, люди, готовые за свою математику, не знаю, там, аппаратуру продать. Ну вот, но я искала повод показать это, и разные были возможности. Ну вот возникла вот эта просто такая идея, эта структура, я не отношусь к этому серьезно, играть с этими органами чувств. Это была такая игра, в которой мы предложили играть с математиком, это понравилось, и это был повод показать это. И я рада, что Павел сейчас показал вот этот кусочек. Павел, просто, я думаю, что совпало так, что в этот момент Паша, он художник, и он развивает вот этот стиль, по-моему, совершенно потрясающий, он называет это дип. Можно я скажу слово? Ну, нет. Ну, я поговорю из-за того, что делает Паша, ну вот, и просто я думаю, что совпало, что
Паша согласился снимать этот фильм, и вы увидели вот этот последний кусочек, да, это, мне кажется, видно, откуда ноги растут у фильма про математику, потому что я не хотела показывать интервью с математиками, это было бы скучно, и не было идеи этого. А вот героев, которые... Героев, да, значит, возникла у меня эта идея. Идея такая, что мы обычные люди, не знаю, а у меня восхищение перед математиками всю жизнь, я думаю... К этому отношусь, как люди, у вас какая-то связь определенная, не знаю, с Богом, с абсолютной правдой, шестым чувством, а мы простые люди, у нас там 5 органов чувств, пожалуйста, спуститесь на землю, спроецируйте, объясните на пальцах, что вы делаете. Это немножко наглая идея, немножко нахальная, потому что просить математиков спуститься на землю и объяснить в двух словах, что они делают, это нагло, конечно. Ну вот, но тем не менее, они согласились играть, и эта структура определяла героев, потому что спрашивают, почему я выбрала, наверное, Фоменко. Фоменко, он известен своими картинами. Вот, мы хотели тоже показать героев. Паша хочет путешествовать. Мы хотели показать героев в разных странах. Потом, когда мы сидели в процессе производства, приходили там ко мне в монтажную разные люди, говорю, знаешь, хорошо, у меня не было денег на этот фильм, я сейчас еще отдельно про производство расскажу. Приходил там продюсер издания, говорит, хорошо, отлично, мы бы вступили в производство, нельзя нашего парня взять издание. Мы даже думали, что нужно делать такой фильм, как пазл, убирать одного героя, вставлять другого. Но вот, но про производство, и это очень важно, я очень рада, что мы с Верой встретились. У нас вообще необычная история с этим фильмом. На фильм фактически не было денег. Этот фильм совершенно независимый, мы сделали его просто с друзьями, ну вот, с совершенно крошечным бюджетом. Но зато у нас была полная свобода, потому что я и все работали, конечно, это телевидение, я с уважением огромным отношусь к телевидению, но это совершенно другие законы, по другим законам жанра развивается телевизионный продукт. И, конечно, я написала сценарий, конечно, я, как все нормальные люди, хотела, чтобы был бюджет, чтобы, может, были деньги. Ну вот, и был большой интерес к этому фильму с самого начала, но я почувствовала, во-первых, телевидение очень долго все решает, был огромный интерес по всему миру, но меня стали двигать в сторону такого фильма дидактического, чтобы я больше объясняла, чтобы был закадровый текст. Но мне это было бы скучно, ну вот, и вот так получилось, как получилось, и поэтому и для Веры тоже, для канала 24 ДОК, это тоже первый опыт, что мы пытаемся пробить эту стену, это безумно сложно, нам не дают даже, с большим трудом удается договариваться с площадками, чтобы показывали фильм, но тем не менее, то, что происходит в Новосибирске, мы просто счастливы, что на фильм пошли люди, и есть у нас надежда, что если получится, что можно так будет тоже самим снимать кино, в которое веришь, и пытаться так вот прокатывать его. Можно? Можно? Да, конечно. Ну, я хотел бы немножко высказаться, ну, может быть, сначала о вашем фильме, а потом задать вопрос. Я имею математическое образование и достаточно вот легко понял вообще проблематику, которая была в первых 5 новеллах, 6-я новелла, может быть, вы специально ее поставили в конец. Она, мне кажется, оправдывает вот все нападки на математиков. Вот мне не понравилось именно то, что эта новелла оказалась последней. Почему? Потому что здесь как бы именно показан неадекватный человек, который даже не может толком объяснить, чем он занимается, вот как я понял. А вот. И вообще недостаток этого фильма, вот я видел ваш фильм «Мой класс» на фестивале Уманского в свое время, по-моему, 2-3 года назад. А мне показалось, что как кинокритик я могу сказать, что тот фильм сделан, на мой взгляд, качественнее. Вот мне показалось. Именно по монтажу, там, по каким-то формальным признакам. Но этот фильм более оригинальный и новаторский. В этом смысле, конечно, его стоит приветствовать. Но мне не понравилось именно вот то, что он идет как бы по нисходящей. Вот мне как человек, которому не чужда математика, показалось, что первый 3 новеллы интереснее, чем последние, 4, 5, 6, а 6 просто я не понял даже, чем занимается этот товарищ, он настолько бессвязно все это излагал. И мне кажется, что эта новелла может подтвердить вот худшие опасения тех людей, которые далеки от математики. Вот и с точки зрения просветительской я бы ее вообще исключил. Это моя точка зрения. Теперь вопросы. А вот вы как-то там, может быть, стоило уточнить все-таки, первые там люди, которые выступали, там ясно, это там лауреат премии Филдса, там понятно, да?
Вот. А вот я не понял вот этот Концевич, что он... Один из самых влиятельных математиков мира российского происхождения. У него безумное количество наград, нет другого человека, кроме Громова, который Паша показывал в своем фильме, у которого больше наград, чем у Максима Концевича. Он действительно один из самых влиятельных математиков современных российского происхождения. Мне кажется, эта фраза, она... важнее звучит, чем перечисление его титула. Можно я просто добавлю, что Максим Концевич в прошлом году получил премию за вклад в фундаментальную физику. Это 3 миллиона долларов, которые учредил Юрий Мильнер, один из акционеров Digital Sky. Это компания, которая владеет Mail.ru, имеет долю в Фейсбуке и так далее, и так далее. То есть на самом деле его вклад в науку невероятно велик. Нет, это понятно. Просто вот то, как он, те кадры, которые вошли, вы, наверное, снимали больше о нем, да? Мне показалось, что вот это самое неудачное для меня лично. Потому что я все-таки хотел как-то разобраться в тех проблемах, которые каждый математик ставит. И может быть, здесь, мне кажется, фильм страдает даже тем, что некоторые термины употребляются, которые, наверное, широкому зрителю будут непонятны. Вот. Несколько моментов, но их немного. Может быть, их тоже как-то удалить. Ну, я не знаю, я спасибо за ваше мнение. Вообще, вы согласны? У меня Максим Концевич последний герой. Он мой любимый герой, поэтому он стоит последний. Я с вами совершенно не согласна. По-моему, он совершенно адекватный человек. Он рассказывает этот анекдот про 8.8.48. Он светский человек. Он может прекрасно вести нормальную светскую беседу. Но мне он был, казалось, интересен именно, когда он именно в своей математике, когда он в этой области... которую трудно сформулировать даже. Для меня это что-то совершенно волшебное и сакральное. Ну вот, я не знаю, у некоторых людей, с которыми я разговаривала, то есть другое отношение. Ну, конечно, вообще, знаете, про мой класс, вы упомянули, я просто скажу, в моем классе 12 героев, 12 глав. И забавно, по моему опыту, каждый раз, когда происходило обсуждение моего класса, через полчаса, обычно это девушки делали, обсуждали, в кого бы они влюбились из этих героев. В этом фильме тоже я уверена, что у людей разного темперамента нравятся разные персонажи. Вот Вере нравится Цедрик Вилани, мне нравится Максим Концевич. Мак, это тебе кто нравится, Паша? Екатерина, расскажи, пожалуйста, еще раз, вот как вы, ваш выбор пал на Фоменко? На Фоменко, вы позже пришли, да, я только что отвечала. Вы не успели. Изначально возникла структура этой идеи, это просто структура фильма, скелет. Суть фильма в другом, но идея была играть с органами чувств. Я хотела, чтобы каждый математик на примере органа чувств объяснил, что он, собственно, делает. Это дурацкая идея, но она структурировала фильм. Фоменко, он известен и знаменит своими картинами. Это уникальное явление, потому что эти абстрактные картины для него совершенно означают определенные математические явления, сути, которые что-то делают. И к этому с огромным уважением все относятся. Я знаю, что к Фоменко его многие очень не любят, многие им восхищаются. Он, безусловно, я считаю, что яркий человек, даже сделать теорию, которая вызывает столько слюноотделения, ненависти, споров, тоже нужно быть талантливым, потому что мало ли каких странных теорий есть. Попробуйте написать так, даже у него обвиняют, что это не его теория, что он не первый, и что она фальшивая. Но даже при всем при этом попробуйте написать так вкусно, чтобы увлечь этой теорией. Для меня это просто признак того, что он незаурядный человек, безусловно. А внешне совершенно вы видите, совершенно как будто человек в футляре. Ну вот, и я знаю, что из-за Фоменко меня ругают, почему же я в фильм взяла Фоменко, почему же? Ну я, во-первых, у меня не было цели взять лучших из лучших, я не премия Филдсовская, которая вручает награды. В свое время на одном этапе у меня был сценарий написан даже аспирант. То есть я не было изначально идеи прям вот лучших снимать. Конечно, хотелось интересных людей выбрать. Но вот эта структура играет с органами чувств, она определяла героев. Но вот вас увлекли в какой-то момент, вы сказали, что продюсеры предлагали взять кого-то из здания. А как в итоге вот именно эти люди из разных стран попали? Как вы к ним пробивались? Как вы с ними находили контакты? Да. Шли ли они сразу на контакты? Да. Или сразу соглашались? Да. Спасибо, это важный вопрос. У нас был крошечный бюджет, я очень готовилась хорошо к этому фильму. У нас сколько было съемочных дней, Паш? Вообще чуть-чуть совсем. У нас было мало съемочных дней, но я очень готовилась к этому фильму. Гюнтер Циглер, например, он живет в Берлине. Я к нему ходила как на работу 2 месяца подряд. Просто каждую неделю мы с ним встречались и часами разговаривали. Мы пытались нащупать, что можно рассказать в фильме, чтобы потом вы подумали, что вы поняли, о чем речь.
я очень долго выбирала локейшн, где мы будем снимать эти вещи. Не все, это не происходило случайно. Это не такой документальный фильм, который просто... Нельзя было просто следить. Если бы мы просто снимали фильм методом наблюдения, ничего бы не получилось. Он по-другому сделан совсем. Ну вот, Максим Концевич, как я сказала, он просто совершенно просто гуру. Все математики, которые знали, что я с ним встречаюсь, все просто меня умоляли, говорят, Катя, покажи, что он тебе рассказал. У меня такое ощущение было, что готова в его мусорном баке рыться, смотреть от обрывки его листочков, что он делает, настолько он влиятельный, он просто совершенно невероятный. К сожалению, я хотела маму пригласить Максима, она живет в Москве, но, по-моему, ее сейчас нету в городе, я не дозвонилась, но она была в художественном, вот когда был фестиваль Лавра, да, она приходила на показ. Мама Максима совершенно гениальный. Ну вот, Цедрик Вилани, он тоже другая была история, как мы его увлекли. Он видеостар. Он очень его обожает пресса, он недавно получил Суцевскую медаль. Да, он возглавляет институт Пуанкаре, где сейчас, кстати, находится премия, которую мне взял этот наш Перельман. То есть эта премия вот сейчас прямо в кабинете вот этого Цедрика Вилани стоит, вот этот приз. Ну вот, его обожает пресса, но когда я к нему обратилась, он, значит, удивился, что мы хотим с ним провести несколько дней рядом. Он привык давать интервью 5 минут, 10, все, до свидания. Но ему понравилась эта идея, во-первых, с органами чувств, а потом он как объяснял, что он любит сочетать какие-то разные вещи, как он делает салат. Точно так же сначала я к нему приехала в Париж до Паши, я, ну, с разными математиками встречалась, он был не один, кого я могла выбрать. И потом прошло время, его пригласили на конкурс кулинарных изделий. Он говорит, оп, супер, здорово, вот совпадает, у Кати такая идея, тут, значит, конкурс, делаем фильм. Он ищет ветра в спину. И так все сложилось, и мы его заполучили. То есть разными способами, да? Станет ли математика ближе и понятнее через этих людей, через пять чувств? Или она должна только остаться загадкой, которая привлекает людей? У меня, конечно, знаете, когда ты делаешь, пишешь сценарий, спрашиваешь, есть такое слово, меня все время пугает, ваша целевая аудитория, какая у вас целевая аудитория, что вы хотите сделать? Конечно, не было у меня цели сделать фильм, который популяризирует математику. Это может быть высокая цель, но у меня ее не было. Я честно говорю, я делала то, что мне интересно. Но, как ни странно, это происходит, потому что после показа фильма, который у нас были до настоящего времени, очень многие люди говорят, что они хотят почитать эти работы просто. То есть это происходит. И в Новосибирске, например, кинотеатр, где идет показ, мы подружились, мне пишут письма, они рассказывают, у нас совершенно изменила жизнь, мы теперь дружим с математиком, приходят совершенно другие люди, мы в них влюбились, они сделали выездную какую-то поездку в Академгородок ФМШ, подружились с директором ФМШ, в общем, у них жизнь даже изменилась, стала, я не удивлюсь, если они сделают в следующий раз там международный математический конгресс в этом кинотеатре, настолько повлиял фильм, он влияет на ситуацию, но цели изначально не было. Популяризировать что-то, это слишком высокие цели, чтобы об этом думать серьезно. Ну а вот за счет чего он влияет? За счет того, что люди что-то поняли, и наоборот, ничего не поняли, но стало очень интересно. Но мы хотим чувственное, мы хотим, чтобы почувствовали, показали. Это на уровне эмоций, и я не, знаете, когда взяли фильм вообще на Московский кинофестиваль, я была совершенно счастлива, я не ожидала, у нас был самый посещаемый фильм, один из самых посещаемых и самых успешных по зрительскому голосованию. Я вообще была готова к тому, что будут люди уходить, математика совершенно, ну, вещь такая, не секси. Ну вот даже если уходить, еще не приходить. Кажется, не приходить, да. И совершенно неожиданно, это, мне кажется, феномен, это здорово, что потрясающе, что на этот фильм ходит, и он вызывает такой интерес. Ну, тема, я не думала, что будет такое, но если это происходит, то теперь уже хочется дальше помочь фильму найти. Ну вот вы думаете, у вас получилось какая-то первоначальная Через задача? Полгода давайте поговорим, получится или нет, Вера будет заниматься прокатом. Нет, я просто хочу сказать, но на мой взгляд, это фильм для широкой аудитории, безусловно, люди, имеющие там серьезный математический бэкграунд, наверное, будут оценивать этот фильм совершенно с другой точки зрения, да, потому что они хотят услышать вещи, которые, а им гораздо больше понятно про математику. А мне кажется, что этот фильм прекрасен тем, что он привлекает аудиторию самую широкую, рассказывает о том, что какая замечательная эта наука, да, и люди совершенно нестандартные, они смотрят на жизнь по-другому, воспринимают, их жизнь интереснее.
И жизнь, а вот если вы помните, там фраза одного из героев, которая говорит: я пытался жить обычной жизнью, да, 3 года, но понял, что она для меня скучная, и вернулся обратно в математику, да? Да, это, собственно, в Нью-Йорке, да? Да, в Париже. Цитировали даже вот эти фразы. Вот, и мне кажется, это совершенно удивительная вещь, это какой-то вот новый взгляд для совершенно широкой аудитории, которая не знает математику так хорошо, как знакомая с ней там. Вы или люди, которые занимаются там этим серьезно, но это именно разговор на уровне чувств, какой-то такой вот attraction, а вот на самом деле, может быть, стоит сделать 2 шага ближе в эту сторону, вообще в сторону науки, в сторону математики посмотреть, не так уж это и скучно. А совершенно удивительные люди, которые этим занимаются, они очень нестандартные люди, которым есть что рассказать, и с ними интересно общаться. То есть если люди ничего не поймут в том, что говорят, это нормально. Они получат эмоциональный, на мой взгляд, главное это, вот они получают эмоциональный заряд и понимание, что люди, которые, собственно, движут науку, да, это крайне интересные люди, не скучные, с ними, в принципе, интересно общаться, и они как бы много интересного могут открыть для вас, если ты вступаешь вот в это общение там, с математикой, с людьми, которые этим занимаются. Еще вопрос. Да. Еще просто фильм на 10 языков уже, не на 9, на 10 уже переведен. Фильмы меньше года, это тоже редко бывает, потому что другие там фильмы предыдущие, конечно, поскольку документальные фильмы редко идут в кинотеатр, есть такой фестивальный кинопрокат. И обычно фестивали показывают фильм с английскими субтитрами и все. С этим фильмом происходит невероятная вещь. Фильму меньше года, уже имеет 10 версий есть. Это тоже исключение, поверьте мне. Это редко бывает, чтобы фильм переводили на 10 языков. Последний язык корейский. Да, пожалуйста. Я просто хотел еще добавить один момент. Вот, мне кажется, отличный ход получился, что, думаю, многие в зале сейчас стали сравнивать, какой типаж относится вот к нему лично. Я думаю, отличный ход, потому что это универсально, это не зависит от языка. А вопрос у меня такой. Вот в процессе фильма каким-то образом что-то менялось, может быть, возникали какие-то идеи, как можно вообще по-другому решить этот фильм? Паша. Я не знаю. Ну, мне кажется, что это такая была игра, в которую мы играли, ну вот, и интересно было математикам, мне было интересно математикам ставить в ситуацию, когда они начинали думать, вот в чем я полностью доверяла Паше, я первый раз я вообще не думала о том, про визуальную часть вообще не задумалась, хотя она самая главная в фильме, ну вот, но моя цель как режиссера была совсем маленькая, только ввести их математиков в это состояние, чтобы они начинали думать, мне это казалось святое и самое важное. А остальное все дело Паша. И вот эти все... Потрясающе. Совершенно потрясающе. Еще я хочу, конечно, еще обратить внимание на музыку. Ну вот, я очень довольна музыкой. Казалось бы, фильм про математику такой стандартный был, попробовать что-то взять классическое, фортепиано, но я рада, что музыку написал дебютант, парень, который вообще никогда ничего не писал, он играет в немецкой группе heavy metal, и он попробовал написать музыку, она такая парадоксальная, необычная и математическая, по-моему, получилась, я очень довольна результатом. Ну вот, если есть режиссер, я могу дать эти контакты, он молодой парень и будет рад любой работе написать музыку. А можно ну, вот, и Паша на камеру. Вопрос у меня такой, вот в этом месяце вышел в прокат фильм «Измеряя мир», где есть математик Гаусс знаменитый. Вы не случайно подобрали так прокат вашего фильма, чтобы после этого фильма? Потому что я думаю, этот фильм тоже вызовет определенный интерес к математике. Нет. Хотя мне, например, там личность Гаусса абсолютно показалась опошленной и плоской. Нас пригласили на день рождения Гаусса. Я не сказала. Фильм меня пригласили на день рождения Гаусса. 30 апреля день рождения Гаусса. В Гётинге небольшой праздник. Наш фильм показывает не то, что вы сказали, а вот эту чувственную математику. В Гёттингене в университете, это у них такое событие планируется, 30 апреля. Гаусс работал в Гёттингене. Ну, вот. Но мы специально ничего не подгадывали, ни к датам, ни к чему. Случайно. Ну вот, да? Скажите, а можно по поводу финансирования еще задать? Да, с удовольствием я расскажу. Про финансирование я расскажу с удовольствием, потому что это эксперимент, и он очень важный. Мы все жалуемся, у нас жизнь трудная у документалистов, да? Какое возможно финансирование? Госкино, фонды, ну, конечно, мы жалуемся, я не знаю, какие-то свои законы есть у этих фондов, и телевидение там тоже свои законы,
про фонды говорят, что там все коррумпировано. Я не знаю, в этой стране не живу сейчас. Но вот этот фильм эксперимент очень важный, что он совершенно абсолютно независимый. Он смелый и тут нету, к сожалению, Марата Магомедова. Марат Магомедов монтировал самый фильм «Мой класс». В общем, мы сделали совсем его с друзьями, можно сказать, на коленках. И я до сих пор не понимаю, почему. Ну, Паша объяснил, что он согласился снимать, потому что он интересно было путешествовать, но мы просто с друзьями сделали этот фильм, и бюджет был, я сейчас расскажу какой. Значит, у меня был заказ на крошечный фильм для NYU. У меня есть друг, с которым я училась на мехмате МГУ, Юра Чинги, честно, профессор в NYU. У них проблема у математиков, когда происходит день открытых дверей или еще что-то, не знают, что показывать. Физики могут показывать эксперименты, химики тоже что-то показывать математикам. И он попросил что-то сделать маленькое на 20 минут. У меня был контракт, я могу озвучить сумму, это 50 тысяч долларов, это меньше 30 тысяч евро, включая все эти переводы. Это фильм, ну, знаете, индустриальное видео, можно сказать, фильм про пожарников, мне сказали. Но я использую сумму этого контракта, этих денег не хватило. То есть ясно, что я ничего не зарабатывала, я занималась этим 2 года, и сейчас продолжаю заниматься. Ничего не зарабатывать, этих денег не хватило, пришлось к июню вложить еще, по-моему, 7 тысяч. Сейчас еще, я в последней мере рассказала, с ноября фильм был показан на Московском фестивале в июне, с ноября я сейчас еще 5 тысяч вложила евро в этот фильм. То есть он сделан совершенно на свои деньги, ну вот, ну посмотрим, что получится дальше. Но тем не менее я чувствую тоже интерес. Его приглашают и школы, и университеты на частные показы, и посмотрим, что получится с прокатом. А вот в конце фильма написано, что фильм частично финансирован. Ну вот это, на самом формально, вот эти деньги, что 50 тысяч долларов, что у меня были, формально у меня был такой контракт, что я делаю для них фильм короткий, я для них сделала фильм, у них права на этот короткий фильм, но по контракту у меня права на весь материал. То есть формально даже они не имеют отношения к этому фильму никакого. То есть все права на фильм у нас. Ну, вам заказали сделать какую-то работу. Вы можете половину бюджета в карман положить и сделать работу, либо можете еще вложить свои деньги и сделать что-то, во что вы верите. Вот для нас опыт такой первый. Ну вот, и вообще, я рада, что я Веру встретила, потому что, действительно, я, вот, Женя стоит, я Женя на Московском фестивале мы разговаривали, я надеялась, пыталась найти этот прокат, да? Люди даже на имейлы мне не отвечали, ужасно, спесивый кинобизнес, я ненавижу его, просто, хотя чего, казалось бы, все убыточные. Не, мне просто кажется, что нужно рассказать всем про документальное кино, это какой-то такой медленный, очень сложный путь, но он возможный. И, там, грубо говоря, там, первая вот история в Новосибирске, она показывает, что вообще можно даже вот с совершенно необычным фильмом про математику заполнить зал и собрать деньги. Посмотрим, как это будет в других городах. Мы очень надеемся на то, что это будет так же успешно, как это было в Новосибирске. Мне кажется, здесь город просто очень выбран удачно, потому что это одна из наших интеллектуальных столиц, и, конечно, фильм... Ну, Москва и Питер, в общем, тоже, да? Есть в этом списке. А также и Перми, и Екатеринбург, и так далее. То есть, в принципе, в этом списке не один город, поэтому мы очень надеемся на то, что фильм найдет свою аудиторию, и залы не будут пустыми, и мы сможем иметь долгий прокат, и, соответственно, это как бы для нас это вот продвижение документалистики, потому что, да, нам хотелось, конечно, помочь Кате, безусловно, но нам бы очень хотелось, чтобы это проложило некую дорожку, вот сейчас уже показывается точечно документальное кино, да, а пока это все не собирает больших денег, но очень важно это продвигать, продолжать, не останавливаться, потому что рано или поздно это как-то выйдет на какой-то другой уровень, что позволит документалистам собирать деньги на новые проекты, получать финансирование больше, и, соответственно, тоже зарабатывать, и опять-таки это будет интересно широкой аудитории. Потому что когда в 90-х годах документальное кино выходило в прайм-тайм на эфирных каналах, то я абсолютно уверена, что эти времена можно вернуть. Можно работать над этим. Если какая-то фестивальная судьба в фильме, мне кажется, что такой фильм, он настолько прекрасен и совершенен, и вот интересен, глубок, загадочен, что я бы его вообще показывала на фестивалях игрового кино. Мне кажется, он вполне мог бы, так сказать, иметь, взять какие-то премии серьезные на фестиваль. Вот что в этом смысле? Возможно ли такое вообще? Конечно. Спасибо. Значит, фильм премьера была на Московском международном кинофестивале, причем он был в конкурсе международном документальных фильмов. И, по-моему, шикарное начало, мне было бы грешно жаловаться. Но вот была огромная прекрасная пресса, большая посещаемость, и благодаря этому вот мы сейчас и пытаемся выходить в прокат. Потом был
есть приглашение на фестиваль, я сейчас не занимаюсь этим, просто сил нету. И прокат важнее для меня, и сейчас следующий фестиваль, я сейчас скажу, какие. В Корее фестиваль будет в мае, потом в Дании, в Голландии. Какие-то маленькие фестивали, но обычно большие фестивали, о них всем нужно право первой ночи. Когда у тебя большой фестиваль, уже ты не можешь на другой хороший фестиваль поехать. Они хорошие, мне не интересно, я ничего не делаю для этого, я не посылаю фильмы на фестивали. Приглашают, соглашаю. Сейчас ко мне недавно обратился какой-то фестиваль в Питере будет, но вот тоже хотят взять фильм. Как я понимаю, что там тоже не документальное кино, а игровое, недавно на днях буквально. Ну, да. Ну, московский международный кинофестиваль, что уже достаточно. Но мы надеемся на прокат все-таки, потому что и я рада, что на фильм стала ходить не синефильная, не фестивальная публика. Фестивальная публика – это определенный очень узкий круг все-таки. А на фильм стали ходить не синефильная публика. Мы собрали осенью фестиваль 360 в Политехническом музее. Фильм показан был в большой аудитории. Продавали билеты по 200 рублей. 540 мест в зале. Когда касса продает 540 мест, закрывается касса. У нас два раза закрывалась касса. Представляете? Открывали балкон в большой аудитории Политехнического музея. Это не синефилы. Это пришла другая публика. Это не фестивальная публика. Собрать два раза 540 людей в Политехническом музее. Ну вот. И поэтому мы надеемся, что... Во-первых, я магическим образованием хочу сказать, что я в полном восторге от кино еще с лета, еще с московского кинофестиваля. Вот, и хочу поддержать документальное кино. Буквально недавно слышал, что во ВГИКе всем более-менее талантливым абитуриентам рекомендуют поступать на документальное кино, а не на художество. В этом смысле, да, я целиком и полностью поддерживаю прорыв документального кино. У меня, если можно, по одному вопросу. Но начну, наверное, вот. А Вера, скажите, а что послужило таким спусковым крючком, что вы решились заняться прокатом этого фильма? То есть, вот. Ну вот, смотрите, мы давно хотели заняться прокатом вообще документально, потому что, как я говорю, мы полтора года назад спустив канал 24док, понимая, что мы в принципе, у нас нет проторенной дорожки, она уже давно там заросла травой, и нам нужно ее проложить. И для этого нужно продвигать документалистику всеми возможными способами. Мы очень много показываем фильмов не только в Москве, там, сотрудничая с РИА, да, но и делаем разных показов в разных местах, в других городах, с дискуссиями, без дискуссий, бесплатных показов разных. Значит, мы не занимались прокатом, мы максимально везде, где можем, там, не знаю, сейчас мы запустили такой пробный курс, это проб-пера, там, документальный такой мастер, такой воркшоп с школой Cinemotion двухмесячный. Планируем уже дальше, там, увидев все свои ошибки, сделать лучше. То есть мы на самом деле занимаемся продвижением документалистики везде, где мы можем. Да? И, соответственно, кинопрокат – это логичная история, да? Потому что кинопрокат – это то, что подогревает, это то, что если это успешно, то каналы эфирные, не эфирные, ну, как понятно, что денег больше на эфирном, но и вообще зрители начинают обращать внимание, да, смотреть это не только в эфире, но там в интернете, по телевизору, чаще об этом говорить и так далее. Поэтому это как бы для нас было логично. Другое дело, что я видела этот фильм, я говорю, тоже на московском фестивале, он мне очень понравился, а потом мы на ИТФе в ноябре в Амстердаме с Катей познакомились, она сказала о том, что вот я вот хотела бы, и поскольку фильм мне понравился, я сказала, ну давай попробуем, мы тебя поддержим. Вот, и для нас это проба, я говорю, фильм нестандартный. Мне показалось это особенно интересным, что это, мы показываем, у нас потрясающий совершенно фантастический, там тоже с невероятным количеством премий документальные фильмы на канале выходят, которые там на Западе идут в прокат там, с драматическими судьбами, но мне показалось, что это настолько нестандартный. Знаете, иногда нужно, наверное, попробовать и сделать что-то непредсказуемое, да, для того, чтобы какой-то встряхнуть. Да, и сдвинуть процесс. И вот я говорю, что вот в Новосибирске, я вам просто приведу пример, у меня нет точных цифр, я могу ошибаться. Я слышала о том, что, например, фильм «Марли» документальный собрал в кинопрокате, вроде бы его бокс-офис в России был всего лишь 300 тысяч. Но, вот это приблизительно то, что мы собрали с одного киноэкрана в Новосибирске. Ну, близко это. К сегодняшнему дню. На сегодняшний день. Просто интересно, что у вас столько документальных фильмов разных, а вы выбрали... А мы начали с этого. Это единственное. Это было интересно. Вот, понимаете, не
неожиданный ход? Вот вы такой вопрос задаете, да, если бы мы показали какой-то невероятный, более ожидаемый фильм там с какой-то фантастической человеческой историей, безусловно, вопросов бы не было, почему вы с этого фильма начинаете, было бы понятно. Вот нам показалось, что это нестандартный ход, и вроде бы пока, будем надеяться, что и дальше это сработало, я говорю, собрав с одного кинотеатра столько же денег, сколько и фильм «Марли», который никому не нужно представить Бобу Марли. Вот плюс-минус. Я могу немножко ошибаться в цифрах, но вот они, я думаю, не очень великие. Спасибо. Павел, а можно вам вопрос? А есть что-то, что вот вы хотели бы сделать в этом фильме, но у вас не получилось? Знаете, мне кажется, у меня все не получилось. А вот так, чтобы не получилось, и оно потом еще и не вошло. Или вообще не снялось, не реализовалось. Ну, у нас, вот знаете, на ваш вопрос можно как бы экзистенциально отвечать как-то, а можно конкретно. У нас не было денег просто даже на камеру. Фильм снят на фотоаппарат, на фотообъектив. То есть все это очень на коленке. И вот такие были трудности, ну, которые просто продиктованы бюджетом. То, что я не невежественный, не знаю математики и языков, тоже не помогало. То, что очень много не вошло вот материала, который мне жалко и обидно, и я... Собственно, давно начал собирать вот такие штуки. Из каждого города есть, в принципе, такая, ну, какая-то... Я не знаю, как это назвать, но, в общем, вот какой-то такой сгусток ощущений не вошедших. Это как бы не фотки из айфона и не съемки, а это что-то такое вот, что между и не личное, и вроде бы не фильм. И мне интересно было это как-то собирать в какие-то такие вот такие вот. Ну, это называется у итальянцев путана пицца, понимаете? Когда путана возвращалась с работы, у нее не было сил ни на что, поэтому все, что в холодильнике, вот, все кидалось и пеклось, и елось, и все, и спать. И вот это вот такая смесь. Все, что любых остатков, любого чего не попадет, вот уже когда нет сил ни на что, вот хоть как-то так замесить, кинуть и совершенно не выстраивать, там, не придумывать практически ничего. Ну, как-то в монтаже интуитивно все это скинуть и собрать. Вот. Мы с Катей как-то поняли, что вот нам это надо тоже собирать, и такие вот... Непонятно, мы это называем зипы, ну, это такое техническое внутреннее название, что это какой-то просто вот спрессованный брикет чего-то, не вошедшего в фильм. Ну вот этим мы как бы промышляли в любое свободное время, то есть у нас есть съемка нормальная, вот есть математик, он будет в таком-то месте, мы с ним поговорим, но по дороге есть, значит, надо туда ехать на электричке, мы будем все это снимать, потом мы будем ходить, потом будем есть, все мы будем снимать. Потом мы будем, значит, обсуждать это в математике, готовиться к следующей съемке и тоже все это будем снимать. И вот у нас как бы такое было стерео кино. Мы вот снимали фильм про математику, а также мы занимались такой, ну, не знаю, ерундой, в общем-то. Просто жизнью. И это тоже было интересно снимать. Короче, я не знаю, я уже замучил вас. Я отвечаю третий раз. Что у вас получилось, а вот интересно все-таки, что вот... Так нет, не получилось. Есть что-то, что не удалось им. То есть хотели показать что-то очень интересное, очень... Послушайте, не удалось поснять Перельмана. Я очень хотел бы его снять. Не удалось, значит, я очень хотел, чтобы датский был, да, математик. И японский. Я очень хотел, чтобы был японский математик. Я хотел, чтобы математик был из Африки и так далее. То есть, ну это тоже не удалось. Вот. Так что путешествовать ли мало, заработали мало, снимали много. В общем, все неудачно. Спасибо. Вам вопрос в продолжении японских математиков. А почему нету в фильме женщин-математиков?
Мы снимали женщин-математиков, но монтаж как-то не получил. Нас надолго на самом деле гораздо больше. Я извиняюсь, что отвечаю за вопрос про женщин. Поэтому. Тогда вопрос, почему не вошли? Нет, потому что вот вы рассказали, что там сразу стали думать, а в кого там влюбляться, я понимаю, что влюбляться тут только одна половина человечества присутствует. Нет, это же attraction не только вот прямо, это attraction к человеку, да, вот просто интересно. Я была женщина, замечательная женщина, я в нее влюбилась уже на основе того, что я про нее прочитала, но, к сожалению, к тому времени, как мы приехали, она уже оказалась старенькая. И она уже готова была рассказать про внуков, про то, как она что-то с математикой, но не про суть. Мы пытались спасти ситуацию, мы взяли другого математика, который пытался рассказать то, что она сделала. Но в конце концов приняли решение не вставлять этот фильм. То есть была у нас попытка поработать с женщиной. Может быть, еще. Вообще про Пашу, да, с Пашей работать было вообще мне... Паша очень талантливый. Когда Паша работает с камерой, он сам по себе искривляет пространство. Он силовые линии, они на него направлены уже. Я даже в какой-то момент не женщину хотела в фильм вставлять, я даже хотела Пашу сделать героем фильма. Паша и математики, потому что как он... Я чувствую, как животное. Мне вчера очень близкий человек, я хочу закончить быстро, и поэтому я расскажу прекрасную историю про то, как вы, Паша. Мне вчера один очень близкий человек говорит: Паш, ты очень талантливый, но снимать не умеешь. Поэтому давайте больше не будем. К оператору Павлу Костомарову, потому что, как мне кажется, ну вот по ответам, да, у меня такое ощущение, что есть что-то все равно тоже и у творческих людей общего с математиками, какая-то закрытость иногда, невозможность выразить до конца то, что те идеи, которые я внутри, и математики очень часто вот, берут вещи вот из мира. Это часто визуальные какие-то вещи. Например, вот французский математик рассуждал там о скульптуре в парке, о том, как вот когда меняешь точку зрения на вещь, как вот это происходит какой-то оптический эффект. И другой математик, вот российский Фоменко, он тоже там вот, ну, в общем, очень часто это был такой взгляд на вещи. И вот мне интересно. Вот вы, Павел, как-то для себя что-то подмечали и проникались через вот эту общую тему с математиками? То есть находился ли вот здесь какой-то контакт в работе? Простите, я не очень понял вопрос. Вы оператор, вы работаете с визуальной картинкой, да? Вы придаете ей какое-то значение, или вы видите эту вещь, и вы ее снимаете, вы придаете этой вещи значение через свою камеру. И математики, они тоже в этом фильме рассказывают о том, как они смотрят на какую-то вещь, она дают им какую-то задачу, и они дальше уже от этого отталкиваясь, начинают мыслить. То есть здесь вот, через взгляд на вещи, через оптику, был ли у вас, то есть заинтересовали ли вас математики с этой позиции? Знаете, я все равно не понял вопрос, простите, но я попробую ответить на то, что, как мне кажется, я понял. Когда возникла тема математики, ведь как бы тебе было предложено играть в... Это фильм, это игра такая, ты как бы проживаешь жизнь и разыгрываешь ее так или иначе. Вот этот фильм, он про математику, значит, тебе предложены сразу визуальные такие эквиваленты. Ты можешь умножать, делить. Ты можешь считать все время ритмом, все время 1, 2, 3, перечисляешь там, сколько машин стоит на горе, сколько окон в доме, какая плитка. Потом, что такое математика? Следующее предложение от темы. Ты все время ищешь геометрию, ты все время смотришь, о, здесь пошли круги, делаем круги. То есть ты как бы
такие надеваешь, ну, как бы, шоры математические на всю реальность и начинаешь вот смотреть в этом объекте, у кого тут математика. У вас полосатая футболка, окей, вы математика. Вот, значит, плиточки зеркальные, тоже математика, там и так далее. А у девушки вот рядом сердечки разноцветные. Ну, не очень математика. Вот. Но чувственная, да. И вот это следующий ход, это чувство еще. То есть помимо вот геометрии, помимо сложения, деления, помимо там того, что я помню из школы, каких-то таких атрибутов математики, элементов. Дальше еще эти три чувства. Тоже все время должен там осязание передавать, а дальше передавать, значит, там, ну, вот все чувства. И еще, слушая, что говорят математики, они сами говорят, там, например, о форме листа. И ты сразу как бы уходишь в ботанику, потому что ботаника, она абсолютно геометричная, абсолютно математичная. Деревья — это живые существа, у которых есть симметрия, у нас ее нет и так далее. Но у нас вот тоже есть парность. Ну, короче, ты, исходя из этих штук, как бы все время изображения математические проводишь, прогоняешь все, что ты видишь, через вот этот фильтр математических каких-то образов и пытаешься находить образные решения вот всем этим моментам. То есть просто такая настройка, как бы радио, вот оно, ты настроился там на радио Орфей, и у тебя все так, радио Шансон, понимаете, радио математика, и вот ты едешь же в машине, под одно радио у тебя один город, под другое другой, ну грубо говоря. Хорошо, но это такое, часто тут ты отдаешься на волю вот этому клишированному мышлению. Как бы я хотел бы дополнить тогда вопрос. Ну вот кроме туристических достопримечательностей, были ли вот какие-то такие открытия, откровения для вас во время этой работы? То есть вот что-то сказали, что вы... Сказали, в смысле, сформулировали? Да, они. И вот вы, а вот я так никогда не думал. А вот интересно. Знаете, я вообще не думаю. И вот Катя взяла меня, как бы, дело в том, что я человек не способный мыслить, а Катя человек, который все рационально простраивает. И у нас, как бы, мы спорили все время. Я считаю, что кино так нельзя снимать. И это, как бы, моя такая костная и однобокая позиция, что кино надо вот наблюдать, что кино должно... что ты идешь в лес, и ты не знаешь, что ты там встретишь. Грибы ли там встретишь, или медведи, или там ягоды и так далее. А у Кати, я говорил, у нас нет денег, у нас нет времени, мы все должны продумать, придумать. И у нее был другой жесткий, жесткое понимание и жесткая, как бы, структура, как это делать. И вот мы все время из-за этого спорили, я как бы все время хотел, чтобы мы пошли не туда, не знамо куда, и нашли то, не знамо что. А Катя говорила, нам надо пойти, мы знаем куда, мы знаем что, у нас есть для этого все, и вот мы сейчас это будем делать. И вот на споре этих двух, как бы, подходов строился фильм. То есть мы все время... Мы шли, как говорила Катя, туда, знаем куда, затем знаем зачем, но по дороге мы все равно искали то не знаем что, и все время шли как-то, ну давай обойдем еще квартал, вдруг там что-нибудь еще встретим. То есть вот как бы вроде был четкий маршрут, но все равно мы постарались петлять. Ой, можно я уже помолчу, что так много говорю? У меня, знаете, какой образ про наши действительно разные школы, даже не школы, я не знаю, разные подходы. И у меня образ такой, я даже Паша один раз про это написала, что Паша на охоте, да, как будто он сидит в засаде и ждет, когда придет крупная добыча. А я, у меня другой метод, я ношу с улюлюканьем, с копьем. Ну, это, конечно, он сердится на меня, потому что я идиотка, все крупную добычу распугаю. Потому что, в принципе, эти два метода, они не сочетаются. Тем не менее, вот каким-то образом мы делали этот фильм. Все? Фуршет? Большое вам большое спасибо. Пожалуйста, помогите нашему фильму. Действительно, это... Что это? Нам очень хотелось, чтобы вы увидели.
интересное кино, и плюс это еще и помощь документальному кино в будущем. А когда он выходит? Он уже, вот сейчас, да, с завтрашнего дня. Ну, давайте объявимся, когда сегодня. Завтра. Сегодня? Сегодня прокат? Первый? Нет, первый показ? Нет, сегодня первый день за деньги здесь уже, в Фитиле. А, сегодня. В 23 часа первый показ здесь, на котором я должна быть. Ты будешь, я надеюсь, нет. Ну вот на завтра все билеты распроданы, кстати. На завтра уже нет билетов. Уже на завтра практически можно никого не агитировать. Ну вот, а 21-го, а дальше у нас со второго, по-моему, 21-го еще будет в тоже 35 миллиметров. Возможно, будет дополнительно, а со 2 мая это будет в кинотеатре «Художественный», «Звезда» и «Факел», по-моему, в Москве. И еще у нас тоже вот и параллельно начинается Питер, Красноярск, Пермь.